Каждое утро я отсчитываю деньги, которые мне ежедневно начисляет государство. Сегодня мне прислали всего 160 тысяч. Обработав руки от грязных провинциальных денег, заказываю такси в свой пентхаус. По дороге домой я, конечно же, заезжаю в КСУМ и иду наслаждаться своим видом и думать, куда потратить деньги, которые мы высасываем из регионов. Потом я возмущаюсь, почему на Кутузовском до сих пор не поменяли прошлогоднюю плитку и, конечно же, еду на Патрике. Мне захотелось фастфуд, поэтому я заказал бургер с белым трюфелем. Поняв, что это очень бюджетно, я поехал в другой ресторан есть устрицы. Позже я совсем Москвы иду по крутым барам праздновать, что я родился в Москве, а не в селе. Решаю поехать в другое заведение, где атмосфера приятнее, ведь здесь вместо конфетти используют годовой бюджет Саратова. Подписывайся на канал, дальше будет еще больше интересных видео. А потом зацени классные футболки на Wildberries.